Привет всем! Вот хотел вам показать небольшой лайфхак. Вот это вот подставка под сотовый телефон, который можно посмотреть, которая пригодится нам перед сном. Вот она такая вот подвижная. Это обычный ПВХ. Рекламная толщина, наверное, 7 миллиметров. То есть состоит из основной рамы, так скажем, или станины, и подвижная часть у нее для телефона. То есть вот такая вот. Я делал это под свой телефон, на который сейчас снимаю, а покажу я вам его работу с телефоном сына. Вот так можно это, то есть я специально адаптировал к этому дивану, так как я сейчас сижу на кровати, с которой буду смотреть ночью на сотовом телефоне YouTube там или читать что-то там. Вот так вот вставляем ее, то есть вот такая вот, можно ее вот так вот вдвинуть при желании, сюда вот убираем куда надо нам и вставляем телефон вот так вот, вставляем и все, и лежим, смотрим его. Ну, когда голова, тело горизонтально земле, полу, то тогда неудобно смотреть в таком положении. Вот как вы сейчас видите, неудобно смотреть в таком положении, поэтому можно повернуть экран как вам надо, вот чтобы было параллельно глазам, и вот таким образом получать удовольствие. Но это еще не все. Если вы устали лежать на левом боку, вы просто поворачиваетесь на правый бок. И здесь еще одна такая вот штучка, которая переносная. Вы можете наблюдать, у нее есть такие ножки, которые вот ставятся на трубу. Это по месту тут вот труба. И значит, таким образом вот она сама рамка для телефона. Таким же образом мы берем, вставляем его в телефон. Также здесь вот можно повернуть. Вот я под свой телефон делал. Этот телефон немножко узковатый, поэтому он сейчас проваливается. А так под мой телефон это идеально. Вот такие вот полезные штучки, скажем, дизайнерские, которые доставляют нам комфорт. Спасибо за внимание.